годовщина Великой Победы. Итак, Москва, Красная площадь. Внимание! 77-я годовщина Говорит Победы. Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы. Почетного караула вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя победы в Великой Отечественной войне. 77 лет назад бойцы 150-й Идлицкой стрелковой дивизии в ходе штурма Берлина водрузили на Рейхстаге алое знамя победы над поверженным фашизмом. Сегодня почетное право нести флаг Российской Федерации и знамя победы предоставлено лучшим военнослужащим 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, сержантам Антону Михайлову и Дмитрию Монастыреву. Возглавляют знаменные группы старшие лейтенанты Валерий Золотухин и Геннадий Звонков.